И вот только что завершилась игра за вторым столом. Екатерина Зеронова победила Юлию Прохорову. Как все прошло? На самом деле сначала было вообще как-то непонятно. Я проиграла 0-2 по сетам. Как-то я не могла найти свою игру. Но потом при счете 2-0, как раз я проигрывала, я начала немножко менять подачи. И как раз таки, наверное, именно это помогло как-то мне и выиграть. У меня очень разные подачи, очень их много. Юля запуталась и не понимала, как принимать. Поэтому это было мое как-то преимущество. И поэтому, я думаю, я и победила в этот раз. Но соперница заставила понервничать? Было такое? Да, конечно, мы с Юлей уже очень много играли вместе. Один раз я выигрываю, один раз она, и поэтому как-то, не знаю, я была очень сильно в напряжении постоянно. Ожидания от следующей игры? Ожидания следующей игры пока что я даже не думала. Сейчас я минут 15-20 хотя бы отдохну, и потом уже начну не думать. Буду играть с Элисой Абрамян, мы друг очень хорошо знаем, будем бороться, стараться. Не знаю, последний раз я выиграла, посмотрим, что будет сегодня. Здорово, желаем вам победы. Спасибо. Екатерина Зеронова из Самары. Непростые матчи, сейчас ждем следующих игр.